Джамал Кроуфорд – прекрасный игрок. Очень с большой симпатией отношусь к этому баскетболисту. Но в этом году, если считать, заслужил, не заслужил, то, наверное, мое мнение скорее нет. Да, он показывал хорошую игру, в принципе, такую же, как в прошлом году, как в позапрошлом, когда он получил лучшего шестого. Но мне кажется, что больше заслужил эту награду Джеральд Грин. А Кроуфорд, он, во-первых, много игр выходил в стартовом составе, что тоже должно сказываться при вручении. Но Джеральда Грина в этом году не оценили. Баскетболист прошел путь от человека, который был не нужен Индиане, до чуть ли не ключевого и стержневого игрока со скамейки Сансова, который бросает трехочковый, смело идет под кольцо, создает давление. Ну, как минимум, не меньше он заслужил награду, чем Кроуфорд. Ну, Джамал, конечно, прекрасный баскетболист, на нем держится вся скамейка и все атакующие действия в конце. Как мы видим, Блэк Гриффин уходит в сторону, Крис Пол почему-то не бросает его, может быть, тоже его что-то беспокоит. А в основном занимается атакой Джамал Кроуфорд. Но мой выбор — это Джеральд Грин.